На сегодняшний день нашу планету населяют более 4000 видов млекопитающих, которые и в воде, и на суше, и в воздухе чувствуют себя как дома. Похоже, что из всех животных, обитающих на Земле, именно они, эти теплокровные создания, как правило, покрытые шерстью и, самое главное, кормящие свое потомство молоком, наиболее близки и симпатичны человеку. Сериал BBC, представленный Дэвидом Аттенборо, это наиболее полное и всестороннее изучение мира млекопитающих. Благодаря новейшим технологиям кинематографии, великолепной работе операторов, а также кропотливой и упорной работе ученых-исследователей стало возможным совершить это красочное и познавательное путешествие в страну таких ярких и забавных, свирепых и опасных представителей животного мира, тем не менее представляющих одну большую семью, семью млекопитающих.